И снова здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики и зрители. Вот такое видео, немного внеплановое, потому как произошел серьезный вот такой случай, авария. Вот. Перевернулся большой груз, шахман, загруженный асфальтом. На трассе Кушмурун, Новопавловка. То есть вот злочастная дорога, про которую, начиная от моего канала и областных средств массовой информации, даже республиканские упоминали, уже какой год мы говорим, говорят журналисты, а воз и ныне там. Прежде всего, вот эта дорога, в начале и в конце, там по полкилометра где-то примерно, да, вообще ничего не делали. А вот это вот объездная сделали, да, после того, как в марте месяце прорвало очередной раз водопропускные устройства, вот эти там сделаны были как попало, и вот их прорвало, и Новопавловка под 1000, наверное, там население меньше, конечно, оказалось просто отрезано. И вот здесь мы весной и переплывали на лодках, ну, в общем, и смех, и грех было, и спасатели были, в общем-то. И вот с весны, смотрите, видите, вот что происходит. Ну и сейчас, наверное, будет движение какие-то, потому как вот завалился шахмат на бок. К счастью, водитель не пострадал, вот насколько мне известно. И вот, видите, но вот такая вот авария. Ну и вот это не только мы на дроне, мы и проедем полностью по этой дороге, потому как жители, особенно в этом году, ну невозможно, в общем-то, ездить, и опасно, особенно ночью, знаков нет, обещанных, да, что опасный участок и так далее, в общем-то, а участки очень опасные. Ну и кроме этого еще и позарастало все, вот по обочинам, и вот здесь вот там, где перекрыли немножко, да, пересыпали, чтоб никто ночью не влетел, вот как был же случай, да, там трасса с Новопавловки на Карасу, вот там же был с тяжелыми последствиями, человек пострадал. Влетел, как на бы этой перекрыта, да, была дорога. Вот, где пересыпано вот трассы, там уже заросли такие, в общем-то. А уже туда дальше, особенно возле, в районе Новопавловки, последние там 5-10 километров, так там вообще вот обочины все заросли, ну, наверное, целые деревья там, кустарники такие, в метр, наверное, скоро будут, в общем-то. То есть вот за весенний, летний и уже почти скоро осень, да, период ни разу не было скошено, да. А порой проезжая, скотина, вот проезжаешь и смотришь, скотина идет, вот где-то она вот повыщипывала, в общем-то, ну и местное население смеется, говорит, во, говорит, это самое... А Уликольский, ну, кто там, акимат или кто этим занимается, в общем-то, тендерами, да, вот тут заключил со скотинкой, с коровами тендер, да, на вот покос вот этой самой, на уборку вот этой растительности.
А при том, при всем, если берешь, смотришь республиканскую трассу, то есть, ну, там более-менее систематически все это работы такие производятся. А почему здесь этого не делают? Вот видите, вот уже как здесь вот позарастало даже. Вот. Это вот с весны, да? Да, там уже появились, смотрел тендера, да, вот здесь где-то за 50 миллионов, в общем-то, и снова в дорогу там за 100 с чем-то миллионов, вот этот участок 18 километров, да, вот снова, но опять-таки там победитель тендера, ну не знаю, как это все будет происходить, в общем-то, и опять под осень, да. Опять под осень, дожди, наверное, пойдут. Ну, вот можно, конечно, предполагать. То есть, вот люди мучились, мучаются. И, ну, как-то так. Вот предлагаю досмотреть до конца. Дорога просто в ужасном. Вот посмотрите, да. И будет для сравнения, вот те участки, которые они просто не стали делать, почему, непонятно, да. Вот от начала этого участка дороги, вот трассы, и до... Вообще. Обещалкины. Обещалкины Сауликольского района. Мы знаки. Смотри, что. Где ваши знаки? Где ваш? Где? Кого-то вы оштрафовали. Во-первых, вот. Вот трава какая. И вот пошло вот этот участок, он вообще здесь. Вот все. Все разбито. Как будто этой дороги лет 15. Представляете? И это между двумя поселками, да? Новопавловка и Кушмурун. Вот сказать, что сюда интенсивное движение вообще ни о чем. Тут мало машин ездит. И те 750 миллионов, вот, которые вот сюда затратили. Вот она, видишь? Вот она. Скажут, я поломал. Каталевич разбирает дорогу, блин. Видишь, вот она, все. Все. Вон, видишь? Тут мне не надо разбирать. Глина там. Просто глина. Не асфальт, а глина. Вот, что это? Это что, асфальт, что ли? Глина вон перемешана с чем-то.
Вот она вся посыпалась. Здравствуйте. О, вообще, да? 750 миллионов бахали, да? И все. И вот это вот за месяц как пошло, да? За какой месяц? За неделю. За неделю что-то резко. Такие КАМАЗы ходят. Ай-яй-яй. Дорога есть. Да, едьте, все, ну. Красота? Да, еще 750 миллионов, да? Да, я собирался в нашу газету туда все скинуть. Обалдеть! А вообще... Но кто ее будет резко делать? Кто ее будет делать? Из чего состоит? Вот, видишь? Из чего состоит асфальт? Вот она. Глина и так далее. Ни о чем. Видишь? Ну и так далее. Все. Тут все убитое, никаких знаков, ничего нет. Все убитое. Ну, по 30-40 сантиметров глубина, где-то до полметра. Вот оно все. Что?
Да, его поворачивают каждый раз. Здесь вообще, вот смотрите, вот здесь Советского Союза не ремонтировали ничего, да? Так она надежнее, чем там. Вот это вот советских времен. Вот она. Вот она, советских времен. Вот это вот заключение. Возвращаемся в Кушмурон. Там 500, наверное, ну, может, километр. И с той стороны, вот, с Новопавловки, да, вот уже лет 50, наверное, 50-60, как советский вот этот асфальт. Ну, слушайте, он лучше выглядит, чем асфальт, положенный вот несколько лет назад. За просто огромные бешеные деньги. Вот как-то так. Обращаемся к вышестоящим там органам, заинтересованным. Ну, что-то надо делать, а?